проект «Я смогу», он был одним из первых, скажем так, имиджевых проектов, которые проводил наш департамент. Уже шестой сезон, вот сейчас, через несколько минут начнется. 600 участников подали свои заявки. В этом сезоне мы немного сократили количество категорий, в которые будут принимать участие. Их осталось 4. Это кроссфит, это похудение, это скалолазание и это танцы. В течение 6 сезонов к нам пришло если не ошибаюсь, 5000 человек, харьковчан, которые хотели, кардинальным образом изменить свой жизненный уклад, свои какие-то принципы и, конечно же, захотели стать более здоровыми, более спортивными. Я хотел бы, чтобы вы сейчас поаплодировали сами себе, потому что вы действительно сейчас сделали уже первый шаг. Мастер международного класса, обладательница серебряной медали чемпионата мира по макияжу ОМЦ Hair Dog Cup Korea 2016, который является основателем и руководителем школы моды Шушляда на Fashion School. И, что самое главное, воспитанники школы – это призеры и победители национальных конкурсов по стилю и макияжу. Под ваши аплодисменты, Елена, вам слово. Когда мне предложили участие в этом проекте, заинтересовало прежде всего название «Я смогу», потому что для себя я когда-то тоже поставила цель и сказала «Я смогу». Я не хочу быть просто визажистом, я хочу быть чемпионом мира. И на сегодняшний день, действительно, находясь в Корее 2 года назад, 65 стран остались за спиной, я поднялась на пьедестал и подняла над головой флаг нашей страны. Это было очень круто. Я расскажу какие-то основы, вы их подчеркнете и, надеюсь, будете нести дальше в жизнь. Вам будет удобно и комфортно находиться и в спортзале, и на работе, и на деловой встрече. Поэтому знания свои максимально сожму до того формата, чтобы они легко и быстро заходили. Спасибо вам. Будем встречаться дальше на этом проекте. И я вам искренне желаю всем удачи и стать действительно лучшей версией себя. Ваши аплодисменты, представители, пожалуйста, выходите к нам. Приглашаем представителя фитнес-клуба Fit Girls. Это тоже партнер 6-го сезона проекта «Я смогу». Приглашаем фитнес-клуб Саламандра. Пожалуйста, поднимайтесь к нам. Категория кроссфит представлены. Фитнес-клуб Сафари. Спортивный клуб «Виталис Фитнес». Спортивный клуб «Йод», кроссфит клуб «Алентадор», ваши аплодисменты. И спортивный клуб «Волна», также ждем представителя на нашей сцене. Категории танцы представлены. Школа танца «Восток», ваши аплодисменты. Здесь представители. Школа танцев «All Stars Dance Center», также ждем представителей к нам у нас на сцене. Школа танцев «Pop Dance Planet». Поддерживаем аплодисментами, они не умолкают. Школа танцев Dance Apple, ваши аплодисменты. Ну что ж, и переходим к категории скалолазания, которая представлен клуб скалолазания «Формат». Также ваши аплодисменты, ждем представителя нас на сцене.
Для меня это в первую очередь возможность познакомить новых людей со своим видом спорта, привлечь, скажем так, заразить в хорошем смысле и показать, что кроссфит – это круто, и кроссфит – это спорт будущего. Это спорт общей физической подготовки. То есть он готовит обычных людей к тем вызовам жизни, которые встречаются нам каждый день. Есть такой стереотип, что в кроссфит приходят только мастера спорта международного класса по борьбе или по боксу, или супермощные люди, какие-то сверхлюди. Обычные люди к нам на самом деле приходят и через полгода, год находятся, они сами для себя отмечают, что они находятся в лучшей своей форме за всю жизнь. Неважно, во сколько лет им было на тот момент, когда они пришли. Похудеть захотелось, поддержать форму и здоровье поправить, естественно. Поэтому как бы я не первый раз участвую, я 2 года участвовала в проект. Тоже я смогу, только танцевальный, зумбу. Ну вот решила еще раз попробовать свои силы. Ну и, естественно, самое главное – это для меня здоровье, поэтому вот с помощью этого проекта хотела как бы чуть-чуть себя поддержать. Меня зовут Оксана, я пришла на проект, потому что я хочу научиться танцевать восточные танцы. Вот. Это направление у нас называется «Tribal». В прошлом году я участвовала в категории «Бальные танцы», я заняла 1-е место, мне было очень приятно. И вот я сейчас хочу себя попробовать в другом направлении, насколько у меня это получится, потому что, говорят, танцы – это танцы, но каждое направление имеет какие-то свои особенности. Если человек может в каком-то одном направлении танцевать, это не значит, что он может во всех. Вот я хочу себя попробовать в этом направлении. Татьяна, регистрируюсь на категорию кроссфит. Уже во второй раз, очень понравилось, поэтому пришли еще раз. Это тяжело, но это безумно интересно, очень разные тренировки. И все настолько разнообразно, что каждый раз тренировка – это что-то новое. Поэтому для тех, кто не пробовал, рекомендую. Многим очень понравится. Я пришла на скалолазание, мне очень нравится это дело. Я в прошлом году была на современных танцах, вот. Мне очень понравилось, я хочу продолжать. Представляем партнера 6-го сезона социально-спортивного проекта «Я смогу». Представителя торговой марки XS Trademark Степанова Ирина. Под ваши бурные аплодисменты мы приглашаем вас к нам на сцену. Проект полностью бесплатный, то есть на протяжении 3 месяцев лучшие фитнес-клубы нашего города будут принимать 600 человек. Соответственно, вот уже на ярмарку спорта в сентябре месяце мы выявим победителей.